Авокадо и креветка – это одна из самых образцовых пар современной кулинарии. Салат с авокадо и креветками, который вы приготовите, обречен на успех и просьбы о добавке. Вкусно, полезно и легко. Авокадо само по себе не имеет выраженного вкуса, но это очень полезный фрукт. Салат с креветками, авокадо и кинзой – замечательный тандем. В сочетании с остальными ингредиентами салат отлично насыщает и в то же время является не слишком калорийным, поэтому он не нанесет вреда фигуре. Попробуйте, этот салатик прижился на нашем столе, надеюсь, и вашей семье он придется по вкусу. 1. Смешайте в глубокой емкости измельченные помидоры и фасоль. 2. Нарежьте авокадо кубиками, добавьте в емкость. 3. Полейте соком лайма. 4. Измельчите кинзу, добавьте ее в салат. 5. Полейте салат оливковым маслом. 6. Перемешайте салат с готовыми креветками и подавайте к столу.